сезон в КХЛ уже заканчивается, и осталось совсем чуть-чуть игр. Какие цели на эти игры, какие задачи? Oh, it's very big games we have in front of us. We need to go. Остались очень важные игры, и нам обязательно нужно попасть в сезон. Я жду с нетерпением, будет интересно. Я слежу за командой, и насколько мне известно, 3 очка нам до плей-оффа, и я надеюсь, что мы это сможем осуществить и попасть туда. Расскажите, на первое впечатление, вот посмотрели на вратаря, понятно, что еще не было матчей, да, но так или иначе, какие-то вот сильные стороны, что-то вот. Я так не рассказываю никогда, это покажет время, но я думаю, что стоит очень уверенно, что опытный человек на своем месте. Сейчас вы разговаривали некоторое время с ним вот в центральном круге, о чем вы говорили? Мы ему делали программу на сегодняшний день и на завтрашний день, и что... Потому что он три часа спал, поэтому мы должны его приготовить на завтра. Я хочу, чтобы уже завтра ловил. Это значит, у нас целая команда не будет раскатки, но он пойдет на лед, будет готовиться к серьезным матчам. Было весело познакомиться со всей командой, увидеть всех за пределами льда. Чувствую себя хорошо, правда, чуть-чуть устал за последние 20 минут. Ведь я спал не так много. Хорошая тренировка, мне понравилось. Как тебе команда? Выглядит сильной, мастеровитой. О да, здесь хорошие игроки. Я горд быть частью такой команды. Как вас приняли в команде? Какие слова сказали при знакомстве? Сказали мне «добро пожаловать», были со мной очень приветливы. Я рад, что приехал в «Авангард». После тренировки тренеры собрались в круг и что-то тебе говорили. О чем шла речь? Говорили про завтрашнюю игру, спрашивали, готов ли я, как себя чувствую. Я готов, ожидаю хорошего матча завтра. Have a good game tomorrow. What can you say about that? Что скажешь про стадион, раздевалку, лед? Все отлично. Спортзал, раздевалка, идеально. Okay, you come to Omsk alone или с семьей? Your wife, your family, your girlfriend comes to Omsk later or not? No, I'm gonna be here alone. Буду здесь один. Я привык так жить. Я с этим справлюсь. I'm used to be alone, so I can handle it. Yeah. Okay, thank you. Спасибо. Good luck.